Также так как ты во фросте, там тоже видишь, какой-то милик нам бежит, там заморозил, я там заморозил сам. А, я разберусь, побежи. Да, да, я знаю, что разберемся, просто не помнил. Слышишь, я откуда вы начинаю? Ну ты вот слева и начинаешь. С рампа, вот там. Ты должен выбирать. Все, все стали остальные в квадрат. Прям в квадрат, в квадрат. Здесь не нужно танчить с ебалом. Если у вас кто-то сорвался, особенно Мирик, просто бегайте вокруг ледяной трапы и его кайтите. Видите, на вас сорвался РДДшник. Там уже надо как-то прожимки какие-то свои отдавать. Но вообще РДДшники не должны ни на кого срываться, они должны быть обязательно законтролены. Запомните, ромб, трусы, это обязательно в контроле, обязательно. Бьем череп все, через Геру, Гера как раз откатилась. Всех остальные может контриться. Да, и на Пурже в приоритете Мирусты. Маспур. Все, готовность? Сань, чуть-чуть, короче, не соглашусь. Мирус это же ДЦ, правильно? А, да, давай этот мурчание, а ты на диспеле. Сорян, сорян. Да я с тобой согласен. Мурчание, ты на диспеле. Нет, ты просто щитуй всех и прохиливай, потому что тут надо. Смотри, там видит кого-то, пиздит очень сильно, зубы закидывай. Да, ауе диспел. Вроде бы после ауе диспела надо сразу уход в тень делать. Мешается руса. Да. Достань мурчание, и Мирус, ты тоже такой обилка, очень крутая, уход в тень. Ее можно раз в 30 секунд прожимать, и тебя вообще никто не трогает. У обоих. Сразу лужу паладиновскую можно убрать, более так, не убирая. Еще раз, да, паладиновскую лужу вообще никто не заит, ДКшник тоже, Мор не заит. Вот такие обилки вообще не должны быть заюзаны. Ханты петов своих контролируйте, чтобы они били по черепу именно. Супервар, ну, раз-раз. Продолжать не буду. Винтерку еще не хватает. Ант. Бонапарт, с тебя трапа ледяная под босса. Ну, под череп всегда. Блин, он вылетел. Сейчас, если не зайдет, бойчика доберем. Че, пришел там этот? Я, блядь, забыл, для Миши. Я неделю забыл, слышишь? Я же говорю, пришел момент для Миши, понимаешь? Нет, так Миша скоро меня поменяет. Попробуйте, ну, Ануба убить что-то. Миша уже, блядь. Нахуй Ануба? На ответ блоквара, нахуй. У меня есть... У меня есть в гильдии человек сильный вар, блоккап. Твой чувак идет нахуй сразу. Ладно, давайте сейчас сосредоточимся на чемпах, потом это все. Сосредоточимся на чемпах. Ты неправильно понял, что. Надо... Ну, типа... Если нужен был бы, я бы им предложил. Уходите в квадрат. Даю ДБМ-пул, будем начинать. Зайдите... Этот... Кот, какого хуя вы не в квадрате? Никотин, ты тоже в квадрат. Тебя видно, если кто. Все, ДБМ пул 5, Егор, врывайся. А потом, когда Егор ворвется, пинаколада, ты первый во фрост-стойке идешь. А, Гриш, все бьем по черепу. Законтролить квадрат. Иди по... гриппой. Этого игнорируем. Все, дали Геру, ворвались в квадрат. Ой, не в квадрат, а в череп. Годдема поднимите. Понятно. Смотри, короче, давай падаем, просто падаем. Смотри, Егор, ты не должен обрываться, это 100%, ты бросаешь топор, типа, чтобы они бежали на тебя. И ты отбежал, и тебя там уже не доставали сидеть. Что, стоп-хил, просто упадите, будет быстрее. Без танка будет очень сложно. Ну, суть поняли. И фул прожим, Егор, сразу давай. Я фул дал, ты представляешь, что это просто, ну... Да там они складывают, пиздец. Просто вот я тебе говорю, как это вот... Он как воздушный шарик лопнул, я тоже видел. Просто раз и нету. Все, прожал. Давай я на абсорб надел. Ну, то есть. Сейчас, а ты под сопротом, нет? Под сопротом? Да. Значит, давайте, ну, давайте, типа, уже, типа, все, подробнее скажешь. Сейчас еще по-другому сделаем. Егор, будешь в центре стоять, прям в самом центре. Мирус, подбежишь чуть близко к нему, закинешь в него зубы. ДБМ пул будет, когда написан. Закинешь в него зубы на первой секунде и нажмешь поход в тень и подбежишь к нам.
Окей? Нельзя ему чарж делать. Нельзя твоему чарж делать, понимаешь? Ему надо просто на себя таунти делать. Он не будет чарж. Ну все, все, все. Все, ставлю рыбу, даем ребаф. Блять, у меня голос сел, пиздета. Добро пожаловать в мой мир, нахуй. Блять, слышь, а если... Хорошо, что голос, а не на бутылку, блять. Миша, потише, потише. Роги череду всякие тоже на такой. Такую хуйню не изаем, если что. Так, перебегаем на другую сторону. Будем бить череп, опять же, законтролить. Ромб и трусы. Все те же люди остались. Плюс добавилось еще один для контроля. Это будет Луна. Луну контролят пока свободный. Пока свободный. Во-первых, сразу в Луну отправляешь Суккубу. Суккубу. Возможно, будет с нами бегать Рога. Придется его кайтить. Потому что он больно бьет. А никто форс-мага сделать не хочет? Ну, точно. Есть форс, есть форс, есть форс. Вот, я, вот. Я шо, блядь, шутка для тебя, чешо? Да нет, ты красавчик, на самом-то деле. Магия и Frost Armor достаньте, здесь они агрятся на армор. У кого есть еще припоты на армор, тоже нажимайте их. Если видите, что на вас агрятся, тоже их нажимайте. Перед пулом заагрите. Мирус. Погоди. Андрей, а вы в своей гильдии пьете припоты на броню перед пулом? Да. Да, ну, типа, пьют именно 100% тряпки все пьют. Ну, я могу мастера урочить. Смотри, пока идет Демиит. Тихо, тихо, подожди. Хорошо, нажмем сразу в пул, в принципе, нажми. Этот, пока я контролю ромб, Андрюха, ты по контролю Луну, если она к нам прибежит. Когда освободится, законтролишь ромб, а я начну контролить Луну. Поменяемся с тобой. Хорошо? Да, только озвучь, когда у тебя закончится контроль. Да, я буду озвучивать. Этот, готовность на пол. Ими. Ты куда там встал? Встаньте кучу в стенку, пожалуйста, не выходите там, блядь, вот кучу в стеночку сложите, вот максимально разжарно. Иди, иди к нам. Мирус, ты там начинаешь, все правильно, ты начинал. Ты кинешь зубы в Годема, нажмешь уход в тень и побежишь к нам, спокойно. Только сразу нажмешь, на первой секунде. Так, даю ДБМ пул. Также не забывайте про масферы. Первый даст хики, потом сайз, потом дейв. Если мелики подбегут. Давай, зубы, уход в тень пошел. Иди гриппой. Первый грипп пошел, второй пошел. Дали Геру, влились в перепок. Годема оверхилим. Ну, блять, ну как он там вздыхает? А, у него прям все агресс. Давай по-другому сделаем, давай Петю сразу поставим. Потому что пизда какая-то. Что, не будем пробовать дальше? Нет, тут без шансов. Падайте, сразу падай. У меня есть хорошая идея. Поставь туда два танка и какого-то условно холипала. И, блядь, он будет жить. Там и так холипала стоит. Там и так два холипала. Как бы сильно... А, Войт Лайт, у тебя нормальный прот? Паладин? Да. Щит есть слабенький такой, без армора который? Кто прыгает в рот паладин. Вместе с ним пойдешь. Да надо щит, блядь, ставить. Что... Вилки, но... Не, ну Егор, нельзя не щит ставить. Да я понимаю. Сейчас просто половина людей на читаста агрится, наполовину на паладина. Да. Пойдете вдвоем. Не, вдвоем. Я короче, не хочу, типа, вас безморалить, но 90% случаев, короче, когда вот такое делали, типа, по очереди просто убивали танков, типа, сперва одного, потом второго, нахуй. Этот, про товар, у тебя есть охрана вкачанный талант? Нету. А чё ты его не вкачаешь? А зачем? Ну, на будущее вкачаю, охуенный талант. Ну так и мне ради этого, блять, вот здесь сейчас. Сейчас я тебе скажу, что убрать. Блять, да, давайте потом мы с этим разберемся. Сейчас я разберёмся. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Мне этот билд, он нужен на постоянное. А ради какого-то такой вот данной ситуации, эта охрана, она нихуя не решит. Здесь не в охране дело. Я тебе ничего не буду говорить. Хилит биполярный и майлик. Тоже нажмете, видите, он проседает по хп, закиньте в него каплю.
И массакру нужна тоже мои люки слегка. Так, Гера от кулда у него 18. Начинаем отсюда. Опять же бьем череп. Опять же ромб контролем. На квадрат суккубу сразу. И опять трусы. Вот эти два должны быть законтролены, если они прибегут в рейд. А, появился еще... Сова появилась. Нет, отбой. На сову суккубу отправишь. Так, смотри, Войтвайт, если видишь, что пробивают танка и тебя не бьют, тоже закинешь каплю в Гаддема. Я шарю всю эту хуйню. Да, и если Егор тебя там прям сильно-сильно будет пробивать, наденешь щит. Там Войтвайт еще будет с тобой со слабым щитом. Ну, если откуда, дубы откуда, у них туда также с центром. Все прижали к стенке, а рыба стоит. Плюс White Light там, потому что, короче, он сможет диспалить яд. А что у тебя шеи на уфологе? Да, и White Light. Не смотри, это долбоёб просто на уфологе. Я тоже на фотомага себе что-то такое не понял. Можешь даже не рассказывать. Я понял. Вопрос закрыт. Это что, бывает ридер? Что за, блядь? Короче, ДБМ пул даю и погнали. Да. Ой, стой. Это то же самое. Ну так что там? Блядь, тебе припоты проебали. Ну откуда припоты, блядь? Рыбу, говорит, поел и сразу ДВМ пул дал, а мы как бы бежим. Еще раз давай. А, блядь. Давай. Ты отдал уже зубы? Если отдал, то просто уже беги к нам. 4, 3, 2, 1. Да поехали. Так, ромб я законтролю. Нормально, что ромб на нас взялся. Ромб не бьет никто, кто? Я сказал, все бьют кого? Черепли. Ромб сейчас будет контролиться уфологом. Трусы законтрольте. Продлите ромб. Ромб продлите кто-то у меня когда. Ромб фер. Каст ему сбить. Ромб законтрольте и трусы кастуют, трусы законтрольте. Шими, дай БР по хостеркулу. Шими, дай БР по хостеркулу. А, там уже отхиливается. Интересник, не стой, не танчи. Ты бы тебя херач. Да не, это хуйня, когда два танка отвечаю. Фу, это сразу. Нет, это не хуйня была. Стоп, там не хуйня была, там какого-то хуя кто-то пошел бить ромб. Не видел кто. Пошел бить ромб. Походу какой-то рога. Но не точно не скажу. Чего? Из-за этого сагрились все на них. Да, вождимся. На них все сагрились. Когда весь рейд к нам приходит, делаешь. Короче, смотри, Саня, еще добавлю, типа, там у ханта никто не убит первого, там всегда бьют либо лота, либо мага первого. Ну давай. Ну так оно есть, потому что... Просто прикол в том, что лог дает... Ну, они обычно агрятся на один таргет, и обычно лог дает шедоболт на 15к, и маг арканбласт инстантовый на десятку, и это обычно, ну, это фаталити, блядь. Это не прохилить. Хорошо, сейчас войдем в лога. Еще час, больше час с первого босса будет. Заходи, ну, давай, падай. Я там говорил, я не слышал. Даже нет. Кто там греется? Кто такой, Зань? Мне надо это, Акира. Что это? Либо поменяйте, либо нет. Прямо сейчас, Зань, ответь? Да, я просто говорю тогда. Последний трой. Будут еще больше часа. Ну давай, Миша, пойдешь? Да, я даже Ола кину ради вас, блядь. Данька, выйди тогда просто в седьмую пати, потом подменишь меня. Я немного осталось, пойдем. Заходи. Я здесь, я пока иду.
А рейд два человека хилить буду, да? Так, два. Три. Там... Почему три? Два? Три? Три халипала, блядь. Ну, я смотрю по эффективному исцелению этого боя. Скибиди и Сацуна, все. И Буревестник. Скибиди ушел. Будет два хила, получается. Ну, да, так они танков хотели хилить, а танков-то так не прошибало, просто в рейд все пришли, блядь. Сейчас сыграем в череп. Ромб поменялся, ромб будем контролить все то же самое. Еще раз напоминаю, ромб определен, но уфолог, потом Алина, Малина. И трусы должны быть законтролены. Трусы, хостерку, хостерку, Шим и будет Дэл Марио, или как там правильно. Забанить дерево и кайтить меликов придется. Все, пошли. Кушаем рыбу. Портал. Ой, шкаф. Суманите, пожалуйста. Мишку суманите. И ребаф рогу сразу. Опять же, никто не выбегает с досок вначале, а потом, когда уже... Объем перемаза. Вот уже есть перемаз. Там, там уже перемаз. Будем мага первого бить. Переп. Яд не перемазать, правильно? Так. Нет, если Алина Малина есть у тебя СС, закастуй на хост Аркула. Дайте шкаф, пожалуйста, что мы ждем? Как поставь? Алина Малина. Мишка, ешь рыбу и будем сразу начинать. Все в квадрат ставимся сразу. Кушай. Рыбу скорее, ребафните рогу сразу и будем пулять. Погодите, дайте глаза открыть, нихуя еще не прогрузилось. Ебать, сука, трупов. Все, остальные все в квадрат, кроме людей назначены. Миликов, ребят, видите, милик прибежал к нам в пасень. Масфер, первый хит, и потом сайз, потом дей. Потом можно примораживать. И так далее. Нет, ты яда не перемазываешь, там у кого-то из другого роги должно быть. Яда. Так, тут два ханта есть, ребята, ничего не надо мазать. Ну да, в принципе, ханты, я про хантов вообще забыл. И армс, в принципе, есть, Дейв же армс. Все, готовы, мы добавим пул, даем. Зайдите все в квадрат, пожалуйста, Роги, Женек, тоже зайди. Пока что. Все, пуляйте. Когда грипнет, тогда подбежит грипнет. Играем так, через запрос. Кто-то сбил Рамбо. Этот вмешательство в меня сделай. Рамбу продли, Андрюха, сейчас. Когда будет. Не могу уже ромб контролить. На мурчании кто-то сидит. Осторожно. Так, осторожно, не могу контролить. Ромб, когда у меня, когда ромб? Фиряй, Алина Млина, ромб фиряешь. Алина Млина, ромб стреляет, фиряй его. Хорошо. Добили череп. Диспел череп. Ты трусы контролим, трусы пришли. Рассам. Отдал, видите, ветерок в трусы. Ромб, трусы играйте. Ромб по контролю. В трусы играем. Ромб по контролю. Ромб никто не стреляет. Продлил ромб. Я сейчас по контролю, Андрей, у меня два контроля есть по ромбу. Давай. Стреляет. Вот контроль. Да. Еще один закину, последний. Я квадрат займусь. Контрольте. Каст. Дал контроль. Не могу больше. А у меня диминишн, все, продлите ромб, ферните ромб. Ромб, ферни ромб, вок. По ромбу. Каст. Посядьте на квадрат, у меня диминишн. Кто-нибудь. Квадрат, да. Квадрат, контролю. Я самого по контролю. Я там помер. Беги. Сейчас квадрат будем бить. Квадрат заливаем. Нам Алиса бежит. Алису надо будет контролировать. Алису, да. Алису, гриппните к нам.
Я и дам ветерок пока, блядь. Санька, Санька, беги по боку как-нибудь, иди хиль Войда. А то он не выдержит, его ёбнут. Второй хопа убьем. Бьем пока квадратка, но Лису контролим. Контролим. Все, у меня ККД, у меня ККД. Я дам. Иксы, никто не врывайтесь в нее, блядь, алло. Икс, РДДшник контроль. Не трогайте, Ром, пожалуйста, я вас умоляю. Все, Ром, я тоже не могу контролить. Ром, контрольте. Диминишн. Сейчас продлю, Ром, Ром продлю. Мэлика хилю. Ретрик убежал к вам. Жри, ДК на Ретрика, сядьте, ДК, Женек, сядь на Ретрика. Аполба, гриб, аполба, гриб. Че, беги, беги. Все, не бейте его, только диспел ханта этого блока, предстаточный. Почему не трогайте, я сел на него. Ханта продлить, ханта. Помогите контролить, подведите, блядь. Помогите, сука, поконтролить, блядь. Кого, блядь? На трех ебаных миликов они уже к вам пошли. Пиздец, блядь. Нормально, нормально. Пиздец, ты просто адекватно говорил. Тихо, что говорил, блядь? Тихо! Андрей, дай БР по Сацуне. Миликов кайтите по ледяной трапе, никто лицом их не танчит. Просто точечно убиваем Ром. И миликов кайтим по трапе. И тотему. Я хилю Войда. Смолу контроль дайте, диминишн. Дали контроль атмосферы, миликов можно раскайтить, спокойно только. Да его прохильте. Лицом никто не танчит. Если на вас сел какой-то милик, сразу же кайтите. Никто не должен ни секунды стоять и танчить лицом. Не могу контролить. Боб дайте, мужики. Я чика! Кого бьют, нахуй, Боб, блять, хуёв. Кайтите, милик там кого-то пиздит в милизоне. Алло, блять, кто стоит лицом его танчит? Бегайте, просто бегайте, и все. Дальше печеньку заливаем. Заливаем печеньку сейчас. По гимнам она стоит. Остальных кайте. Лицом не танчите. На кого садиться, сразу побежали. Так, Андрей, уже дал. Ветерок последний забрался. С ними. Когда речь... От кулдауница пойдешь в Сацуне, Берни. Когда от кулдауница. Только по краю. Блять, встан дали. Ими выбежал, прохильте его. Он нельзя так вдыхал. Если есть СС, закастуй СС. Ромб за контролем. Смотрите, АОЕшками не бейте, алё, блин. Вон. Без армы, ретриком. В Елизоне ДКшник, не бейте АОЕшками, блядь. Я ему хек сдавал. Сейчас Ими сдох. Без БР сдох. Йо. Есть иннер по... Вы можете на трапу завести? Лужу дайте. Поставил трусы контрольте. Череп, ой, не череп, а печеньку убивается, диспел ее. Диспел. Нам ход. Мурчание, закастуй гимноману. Андрей, залей... А, иннера нет. Боб, заберите. Сука. Собью. Диспел. Ром контролим. Трусы это рипа и трейдер. Я колы бросаю. И ром кайтите. Сайс выбежал. Тебя тут пробивают. Рюха БР нету. Фиряю. Мы не можем танка похилить, потому что танка... У нас хила 2 осталось. Рогу законтрольте, трусы. Ой, зря, Андрей, у него еще ревностный есть. Крыло заберите. Диспел печеньку. Как вы трусики законтрольте. Сейчас будем в трусики врываться кором контролем. Трусики вырываемся. Любой, если есть иннер, залейте иннер по буревестнику.
Мирус, отбеги куда-нибудь подальше, нажми исчезновение, уход в тень и прожми дым на ману. Если есть. Все, сейчас ром контролем, трусы убиваем, дальше идти будет. Не сбивайте только контроли. Никотин, ну кайте, ёбана. Рогу зафиряйте, что-нибудь с ним сделайте. Умирайте, пожалуйста. Ебали, просто ебану стоять, урон ловить, вот честно нахуй. Выбежал лог. Рогу законтролили. Я продлю. Хуй там никогда. Правда, продли, я потом похиксую. Я сейчас 3 хикса дам. Только не избейте контроль. Промазал. Андрей, можешь побежать? Да. Войду похилить. Дуй. Буквально ходку две. Все, достаточно. Блять, согрелся, а не нормально. Да. Добиваем. Ром продлю. А ты где трамба, определенно? Я бегу. Серию варов должны были откатиться, нет? Бар 4 минуты. Вар к вам идет, смотри. Шакул побежал, там воин к вам идет. Чего? Шакула контроль. Дам кроме. А не бейте его, сука, вы долбоёбы. Шакула не милики, бьете точечно одного в одни трусы. Дальше ромб убиваем. На буре весь. Сейчас поставил. Трусы контролем, ромб убиваем. Все. Ебать, развалил. Женек, сядь на лара, Женек, да. Сядь на шкала, Женек. Ори по колу. Так, Андрюха, когда откатчится БР, зальёшь по семи ему. Угу. Бог по миру смысле есть. Когда? Отслеживай, Саня, ты лежишь, отслеживай пока Шакула, чтоб он там не знает. Да, я отслеживаю. Шакул на буревестнике. Встанем пока. Пока встанем. Буревестник, убегай. Буревестник. Убегай, хорошо. Буревестник, можешь чуть-чуть подбивать рогу, только аккуратно очень, чтобы ману восстанавливать. Шакул на роге флайм-джин. Смотрите, АОЕ не бейте в миле, там жабки бегают. Рога тоже на флайм-джиме, осторожно. Маленький. Или... Мирус, убегай. Хорошо, флайм-джин снова. Ты. Продлю. Диспел. Все, весь ветерок закончился, следующий кто? Корни, нет? А, верняк корни, ёптую мать, ебал. Здесь 10 секунд корни. Рога, смотрите, АОЕшкой бьет, сейчас миленький, аккуратно. Диспел ему Геру. Диспел Геру обязательно Роге. И Вару, хорошо. Рога. Ходки на нём. Рогу диспел и ход и изгони дерево. Буревестник убегай. Буревестник убегай. Шакула продлю ветерком. На 3 секунды только. На лужу заходите. Все, потом по луже бегайте, ребят. Опять на буревестнике Шакула осторожно. Беги, Шаман, беги, съебал. Фулл корни, нормально. Его не надо бить, не сбивай корни, бой, иди бей тоже. Они не собьются. Сейчас. Рогу убили. Трусики. Бейся трусики, нет, трусики бьете, а сама на контролите. Сделал скрин на всякий случай. Только больше не кидайте ему корни, а то корни сбивают хексы всякие, эфиры. Только торнадо хекс, и без АОЕ бьете. Без АОЕ, кто там защитился? Это сало идет. Осторожно, быша может крутить начать. Тут больно. Где Таран дал? Если начинает быша крутить, массакру нажмешь по воденчику. Нет, у нас. Тут
как-то тут уже не убить. Что, добиваете шакула, добиваете самула, добиваете потом дерево. Каплю дал вроде. Ну, буревестника хейтят просто. Ваим дзин или как там правильно за тобой по трапам кайтим, бегаем. Господи, бегал там, бегал всем подрезанию сухожилий раскидывал, как только мог. Квадрат за контрольте. Сейчас с фулл стан дам. У меня когда ветерка, я выдавал. Ну, после жабы дам минус. Стан. Мирус, если откуда у них... Ну, хрену после жабы. Мастер аура, этот гимноман он закастуешь. Void Light может, в принципе, залить немножко маны даже, по миру в том. Как? Сейчас, блядь, забыл, как сила называется. Не, я по себе. Возложение рук. Я по себе отдавал. Вот, блядь, по-моему, паладинов нет. Все, играете в шамана, контрольте дерево и молодцы. В принципе, в обществе мне хорошо. На силе воли переиграли. На морально-волевых. Ага. Затащили. Не знаю, думал мы тут это... Все каст хорошо! Хорошо кто-то. Я не верю. Мужики, вот у нас ИВК или ИВК? ИВК. ИВК. Я не знаю, хули. Сейчас, говорит, станет Энхан, блядь. А тот совой. И все. Так. Так. Void Light, точнее, оставайся в танке. И на колладом в танке тоже. У вас много. 25-ка, да? Да. Нормально, блин, заточили. Молодцы, ребят. Тупо замучили чемпиона. Пацаны вообще, ребята, блядь. Заебись натуре, чётко. Красавчик. Умеете магиоти. Умеете магиоти, да. Особенно вон тот его, буревестник. О, это наш талисман, ебать. Вообще попанчил. Чел, да, лицом полрейда танчил чужого. Он здесь молодец, но зато он еще лицом... Берите его, гильдию. Два раза за то. Два, три поставим точно, чтобы стабильно было. Одного ханта, наверное, поставим. С вилками там, пусть бегает, стоит сзади. Вон Winter Queen, пусть стоит, сзади ловит. И слева-справа по одному танку. Бурсты до щита вообще не сдаем, да? Да, бурсты вообще не сдать тоже до щита. Поднимаемся, там у кого мастрес есть, дайте мастрес. Все, берите сундук сразу, закастуйте мастрес. Зашли, да, ладно, в принципе, да, сейчас можно подняли, можно заходить, можно заходить. Ой-ой-ой. Андрюк, можно спросить, ты, ну, на X4 ты не танк? Вставай сам. Похоже на танк. Биполярочка, вставай сам. Ну, ты не да друид, есть, да? Там, есть. Не друид? Друид. Есть танк, все есть. Почему не танчишь? Гадин. Ну, не достоин пока, понял. У тебя еще слот не дошел, да? Пока Трини не поменяет, блядь, я не буду танковать. Понятно. Мало сам Беди, не буду мешать. Полю рыбу. Кушайте рыбу, дайте полностью ребаф.
Так. Что там, кто-то ливнул? Семи ливнул. Семи ливнул. Влад, пойдешь? Если ты здесь-ка. В смысле? Или бот? В смысле пойдешь? Пати клинул и все, и сумон поставили. Он за пати кинул, сумон поставил. Потом еще расскажу. Это нормально? Да, ребят, задавайте. Это правильно. Один, а один трай, да я буду бежать. Надо идти. На шмот не претендую. Поэтому... Просто ищите человека, которого поменяете минут через 10. Да, я твой шмот заберу сейчас. Не, я же говорю, я на шмот не претендую. Так, зашел чисто помочь. Дружище, я Инер по силам давал. Понимаешь, я еще танка силил в сове, блядь, чтоб ты понимал. Я уже сконцентрировался. Давай сейчас создадет Макс. Мак, тихо, давайте, вы мне тоже миллионер осталось, я на самом деле. На самом деле у меня 10 минут осталось самого времени. Ребят, да чинка, блядь. Войт Лайт. Андрюха, наверное, давай ты, в принципе, в танк. Ау, заслужил. Егор, ты будешь ловить сферки слева от босса. Void White, ты будешь справа от босса ловить. Winter Queen, знаешь, как сферки ловить? Блять, ну давай сейчас убьем. Мне скоро уходить надо. Просто будет. Winter Queen, сука, убил, что ли? Он единственный, что слышит. Можешь его материть, чтобы он не мог ответить. Смотри, Winter Queen, ты берешь всегда противоположный свет. Ладно, мы не его поставим. Бонапарт, давай ты. Бонапарт, ты будешь ловить сферки сзади, от нас. То есть ты всегда под противоположным светом будешь ловить сферки. Ну да. Умирал? На тебя посадим просто хила. А что там хилить? Ну. Стрелки прожимаются. Ну. Ладно, будем надеяться на Егора. Лови и все, с одной стороны, лови и все, но... Не все нахуй. Да, все берем темную, пинаколада танчит светлую, уфолок танчит темную. Или ты, Андрюха, двоих сможешь протанчить? Или не будем рисковать? Ну, если могу двоих танчить, мне похуй. Давай попробуем двоих. Ладно, пинаклада ты тогда ловишь сзади. Ты сзади ловишь, Годем ловит слева от босса, а Войт Лайт справа. Все остальные берите черную. В одного танка? Чена пул в уфолога, его прямо прохилим очень жестко. Два хпала на него обязательно. Щиты прохиливаем мощно. На пулы в него же. Винтер Квин, так. Все на пулы в уфолога, прям все, сразу не врываетесь. Андрюх, в крайнем случае, блядь, разымись там. Вот, Все стоят. Все стоят в одной меточке, прям точечно в кресту. Ханты могут чуть-чуть дальше отойти. Блядь, опять светлую взял. Все остальные три танка берут светлые, ловят. Винтерколада. Винтерку убери тоже темный, будет босса бить. Не, ты не ловишь. Одну тварь задолбит, а вторая уже не так больно будет бить, Андрюх. ДПМ пол даю. Закинь хостерку лучше по бойчику. Я в тебя закину. Я просто ИРЛю. МКшку я имею в виду. Я понял. Пуляй. Подождите, никто не врывается, кроме напульщиков. Дайте посмотреть. И все, Чика, Простите. Светлой все играем. Через 20 секунд спецспособность. Свет, что, темные пусть в рейд залетают, светлые именно ловить. Ни одна светлая не должна залететь. Уфолога оверхил, рейд поднимите. Спецспособность скоро.
Светлую воронку, взяли все светлую. И нажали мастера ур на огонь. Миша, со светлую нельзя, вообще бьем темную. БР не будем пока давать. Прохильте весь рейд, побежим перебегать. Перебежали. Все вместе. По пути темные не ловим. Квадратик стали. Ладно. У меня интернет лагает, блядь. У всех. Ничего, тихо-тихо! Бьемся темную. Так, БР мы не сможем дать. Все, ладно, бьем. Скоро спецспособность. Ни одна темная не должна в рейд наш залетать. Прохил всех. Блять, боечка. Взяли темную. И бьем светлую. Разожмитесь, там танки. Сейчас прохилим рейд, побежим. Побежали. Прист, прилив. Куда его? Это не ловите. Прист, мурчание за костой, гимн на ХП. Прохильте там, прохильте всех вообще. Светлое в рейд не должны залетать. Оставляйте бурсты. Скоро спецспособность. По светлой пока играем. Сзади ловите. Сзади есть кто-то не словил. Ну все, упадите. А что, Женя ушел, что ли? Жень, ты тут? Ну, Женя отошел пока, да. Надо, чтобы кто-то еще в хила спекнулся. Ну, типа, и в хпалом не беспокоит. А, так у нас мы в 4 хим. Стой, так мы в 4 хила били, бля. Ёбана. Без рша мы... Мы у кого-нибудь еще один хил. У Войда есть. Есть один хил еще? У Войда есть. Так, еще один хпал. Хпал? Не, хпал, блядь, хватит. Ну что, заявись, блядь. Пау. Мурчание, мурчание, либо Дэл Марио есть у нас кого-нибудь? Ел. Ну на крайняк попало будем слить, пекать. Пусть кто-то в танка я похитую. Скучно ловить, шарейки. Давай, давай, ладно, Войд, ты. Да, в смысле, если он сферу ловит, тогда проще меня спекнуть, если он сферу ловит. Стой, да, стой, 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 давай так и сделаем. Если урона хватать не будет, на щит будем чувствовать. Пшанька, прыгай, прыгай, будет хватать урона. Если никто сдыхать не будет, будет хватать урона. У нас нормально по урону. Просто поздыхало до хера. Вы же бурсты не сдавали, вот. Пускайте рыбку. Первые шесть. Мы еще не бурсты. Mm-hmm. Ну, некоторые сдали, я видел. Влад вот он дал, Хострку отдал. Mm-hmm. Бурсты не сдавайте, ребят. Пока не скажут. Так, да, с рыбой, извиняюсь. Так там просто... Все, давайте, все то же самое, все то же. Подожди, так мы же растишку и поймали, это... разве не надо под растишку бурсты скидывать? Санька, дайте ну и пир. Может кто-нибудь? Бурсты получается. Вот эти щиты. Есть и пир. Так, смотри, пиноколада, ты сзади ловишь? Смотри на рейндже лови. Войд справа, по-моему, Дэм слева. Все, если все готовы, будем пулять. Подавитесь на позицию, скорее, скорее. Так, ДБМ пул. Все равно, в принципе, здесь без ДБМ пула. Беди, Андрюх, пуляй. Не врывайтесь только, дайте поставить. Следите за своим агром, пожалуйста. Играем все по светлой. Ни одна сферка светлая не должна в рейд залететь. Темная пусть залетает. Скоро спецспособность приготовились через 9 секунд. Какой-нибудь паладин, у кого лед, забери тьму. Тут мастер аур на тьму еще нажимать. Так, продолжаем бить. Можно бурсты отдать. Некоторые прилив. Люди, я не... Кидай, кидай, прилив. Каз, сбили. Хорошо. Прохил рейд.
Прист Мерус Костой Гимноману. Тотем, если есть на ману, тоже закинь. Буревестник. У меня долго? Всех лагает сильно. 7 секунд без способности приготовить. 2 секунды. Продолжаем бить. Нам сейчас повезло, если честно, ребят. Прожмитесь, танки. Никто ничего не берет, просто продолжаем бить. Мастера урон на тьму нажмите. И можно массакру нажать. Растишка в рейде. Саня, дальше два белых будет. Да-да-да, возьмите все белую. Возьмите все белую сейчас, ну, в ГДшнике. И бьете по темной. И стоите на месте пока что. На пулу в уфолога. Спецспособность через 9 секунд. Прокил рейд. Ребят, вам сейчас темные, если что, ловить. Мы под белой уже. Это кто танки? Светлая воронка, продолжайте бить, потом пойдете смените цвет танки. Прист прилив. Нажми мастер аур на огонь. Массакру мастер аур на огонь. Прист мурчание гимн на хп, если нет, у Мирус на хп. Так, ГДМ упал слева, придется ловить. Да, вот сейчас будем перебегать. Прокили у всех, перебегаем. Я не понимаю, короче, они не берут темный свет, один сквейор взял, блядь, тупят нахуй стоят. Это касается тех, кто ловит нахуй. Смотрите, сейчас темные сферы не должны в нас залетать. Спецспособность через 4 секунды, готовьтесь бурстить, будем Геру давать. Mm-hmm. Для Геру бурстим. Массакру и мастер на тьму нажмите. Прохил. Сейчас, по идее, Андрюха черная будет, да? Да, две темные. Сейчас пока бьем чуть-чуть. Прохильте. Гимноману срочно, вот прям сейчас. Или Иннер Хустеркол, маг. Третья пати. Есть гимн... Взяли все темную. Играем по светлой. Сейчас вы ловите светлое, чтобы в рейд не залетали танки. 14%. Для темной летит справа. Аккуратно. По светлой играем. Спецспособность через 3 секунды. Готовьте бусты свои. На темное и сыграем. Ебать. Андрей, что за хуйня? А ты, ну, был 2 каста был или 1, блядь? Я ж не да, видел. Да, 2. Блядь. Да не было, щитаж не было и темного не было, нахуй. Был, я проебался тоже. Падайте, я проебался. Это еще один трайв. 2-2 было, все верно, просто, ну. Я думал, что щит бы типа был. Блять. Они циклисты. Что эти противоположные цвета? Что получается? Нахуй нас поменялся, мы сейчас проебал. Получается, мы пожадничали, да? Да. Я просто нихуя не понял, на самом деле, что отвлекся. Смотри, там просто постоянно меняются цвета. То есть вначале идет 2 коста светлых, 2 темных, а потом... Нет, смотри, это... ты неправильно понял, короче. У нас получилось, что 2 белых было и 2 темных, типа. Вот и все. Ну да, я не так сказал немного. Но они просто не повторяются, типа. Ну похуй, типа, все хорошо было на самом деле. Короче. Один человек упал, который сферу ловил, и все. Так вообще ничего так на самом деле. А урон деле. Начал получать от того, что со сверками начали тупить, типа, или что? Ну там да. Человек, по-моему, кто-то умер, кто на сферах ответственный был. И с у нас на сферах, вот, когда мы взяли белый, когда мы стояли под белый, у нас только на темный взял Егор, все, остальные ловцы стояли дальше, что под белый стояли, похуй. Так и должны были стоять. До того, как вы переведете, мы цвет не меняем. Потом Войт у нас, короче, просто АФК стоял и одну сферу пропустил рейд, вообще тупо, одну сферу. Ладно, спокойно, сейчас убьем. Тут косяк мой, короче. Маги бейте под еще магическим доспехом. Тоже там помогайте хилам, все, нажимайте такое. Все, давайте ребаф будем пулять. Встали опять на позицию. Но это последний босс, на которого я не иду. Не будет убегать. Берете темную, также начинаем сейчас немножко. Обосрался я.
Без ДБМ пула буду. Посчитаю просто, где Андрей их пуляет. Раз, два, три, четыре, пять пуляй. Дайте поставить. Бурсты не тратьте раньше времени. Прохильте рейд. Светлые сферки пока в рейд не должны долетать. Так что не залейте массакру. Первый массакру даст майлик, если что. Мастер аур на огонь. Кого огонь нажмет. Приготовили скорость спецспособности через 15 секунд. Способность 6 секунд приготовили. Взяли светлую, бьем темную. Ловите сейчас темные сферки, дали бурсты свои все. Прист. Раз. Угу. Каст. Каст сбили, прохилили рейд. Перевели босса. Все по пути бежим, темные не ловим, если темные летит. Все пачка одной бегут. Бьем, играем по темной. Винтер Квин на сферах был? Не знаю. Потом разберем. Сейчас не время. Играем по темной. Может, свет не бьем. 3 секунды спецспособность приготовили. Светлая воронка, продолжаем бить танки, прожметесь, мастер аур на огонь и массакру нажмете. Прожмите все танки, пиноколада, войд, гаддем. И оверхильте их. Так, было 2 белых коста, да? Сейчас будем темный брать. Ну, на уверенность побьем сейчас так. Сейчас будет 2 темных коста 100%. Так, смотри, мы уже убили, да, чем? Берите темный каст, все бьем по светлой. Вы сейчас ловите светлые танки. Прожмитесь танки, мастер аур на тьму и массакру. Гадема больше поднять, Войдлайда больше поднять. По светлой играем. Следующий каст будет щит. Прист пас. Прист, мурчание, касты гимноману. Надо будет переводить. Ты на колада, ты под белой должен быть. А не под темной. Поведем. Нет, мы не ведем, стой, Егор, не надо, мы сейчас здесь бьем. Еще рано вести. Сейчас будет каст, потом поведем. Собьем щит и уведем. Сейчас будет щит 100%. Забиваем щит. Собьем щит. Переводим рейд. Пока никто ничего не меняет. Не ловите. Бейте также светлую. И белое не ловите, да, это касается всего рейда. Способность через 9 секунд. Приготовились, бурсты пока не тратьте, плюс Гера еще есть. Прохил Чупу. И Женька. Взяли светлую все. Мастер аур на огонь и массакра. Давай Геру и хиляйте всех. Не добивай. Не, ну на всякий случай, конечно, переведем. Или... Вдальём. Не, добиваем. Зергайте. Добиваем. Пушка, нереальная ракета. Так, короче, мне надо уходить. Андрей, ты будешь дальше дорейливать или мне разраливать шмот? Да нет смысла дальше. Так, ролим трофеи сразу тогда. Первых 5 человек, сколько там, 4? Сколько у меня трофея? 3 у меня трофея почему-то. У меня 3 трофея.
Три выпало, значит. Кстати, да, первых ты прав. А, четыре. Четыре трофея. Первых четыре человека рольте. Отдам первым четырем. Кому нужно. Поставлю квадрат. Так, Чупа, Дел Марио и Алина Малина. Кидайте по очереди. Скорее, ребят, надо уже, честно, зайти пора. Так, Чупа. Да. Я сейчас типа ролл проебал, да. Может кинуть? У нас он ролл. Я еще не все дал. Да, один он ролл. Соло кидай мне. Сразу я скажу, я за ботиночки. Это вы. Дальше вы сами. А я скажу честно, я лута нихуя не помню. Ага. Там пояс был. Ну я посмотрю, что там. Нет, это 45-й токен. 58-й сам выпадает с сундука. Так. Дальше то, что точно мы анролить не будем. Не, это просто трофей. Токены с сундука только падают. Договор близнецов, ханты рольте. Ханты. Ханты идет, понимаете, что. Что выглядит? А, и уфолог. Кидай обмен. Кидай обмен на мишку. А ты на мишку ролил, Андрей? У меня там медведь майн, типа. Он, вот он же медведь. Сейчас арбалет тоже будет ролиться. Арбалет. Ханты приор будут. Рольте ханты. Кидай обмен, Бонапарт. Да хантам, в любом случае, приор это их мейнпук. Так, проносим. Дальше. Да нет, какой завтра. Некуда. РТ на носу завтра сброс. Ну так-то да, ты прав. Ну, блядь, я хуй. Колечко хэпалы, ршамы. Хэпалу такое себе. Да, ДСшник пароли. Да, напомню, охеренное кольцо. Женя, я не знаю, ты его не можешь забрать. Женя, ты его, наверное... Да, может, Женя, ты отдам тебе. Хорошо, дальше. Давай, я выйду, ты дальше зайдешь. Рсамы. Короче. А это... Ладно, все. Запы кольчужные, Рсамы. Ну, скорее. Ролите, буревестник, дай мне. Женя тоже, окей. А, ты написал, но ролл не написал, в ДБ, ну в этом, в рейд-ролле не отобразилось. Я им через ор кидал. Два человека только ролли. Понял. Там только два человека роллило, поэтому не через ор. Более свои ролли. Так, дальше, ватные ноги. Ватные ноги. Женя обидится тогда. Ватные ноги. Я не хочу этого. Нет. Блять. Минус кролл идет на первого босса. Блять, я уже забыл про это, ебать. Ты спишь, мам? Денек. Да, пинаковато. Пинаковато с потанка вроде ролик, нет? Да, обмен, Женек. Пинаковато. Скрит. А, он на FDK играет? Так зачем все латы эти на FDK играют? Он нахуя ему, ты чё, гоните? Ну, не, я говорю, что у него ролл на FDK. И дай обмен, Майлик. Майлик, и дай обмен. Квадратом. Блять, я уже на работу опаздываю, пизда. Ршамы, Элемы, я бы кинул без этого, без ролла. Саш, Элемы, ты Ршамы. Ты домик поставишь, блядь, заебал, вот честно. Женя, роль. Че, роль, я не заберу их. Его ключем пахне было. Я не заберу их. Смысл у него, я пароль, пожалуйста. Кидай мне обмен Дэл Марио, или как там правильно. Так слышишь, он Элем. Куда ему, блядь? Так на Элема заедь. Да я, блядь, не то посмотрел, простите.
А я и хотела, но... Не в тот чат, гляну. Кто на танка ролил? Ватный пояс. Гэддэм. Пинаколада. Или кто там что? Или ты на ВТК? Не охерен, да, конечно. Пинаколада с гражданного пояс полутал. Все, гэддэм кидай тогда. Так, что там по луту еще осталось? Зату. А, так. Кожаные ноги. Комбат уже ливнул зачем-то. Кожаные ноги на мутиках. Охуенные, рольте на мутиков. Полок. Опа. Мутик. Мутик. Мутик выиграл. А Лех, у тебя же скары вроде ноги. Да, я вчера их отдал в Дикею. А, ну что? Бомж Дикею. Так, потом туда разберемся. Это что, мы сейчас разбираем что-нибудь? Нет, Пати? Дальше. Ну, если честно, тут кроме зап нечего анролить. Ой, не зап, а поясов на мага. Никто ничего не предложил. Так тут нечего анролить. Рольте плащ. Так Саня что-то просил за анролить. Я ботиночки просил кольчужные. А я ж их не смогу заролить. Полагаешь, правильно, бриджи эти пиздаты. Нет. Я бриджи не смогу эти заролить же, да? Нет, ты не сможешь, тебя не было еще. Его не было. Так, Андрюха, это, так что ноги? Это либо подожди, в натуре, дестрику да. Зачем? Ну, стоп. Мирус, кидай обмен. Я ничего не продавал, ты офнулся, она лежит в банке, если что заберешь. Мирус, квадрату, быстрее, надо уже на работу бежать. Ебать. Не, ну тут реально кроме... Вот этого вот пояса нечего анролить. Ну и забирай его, да и все. Ну что там за пояс? Ну там, ну, пояс же хуйня с духом, да? Но лучше нету пока что. Я его себе приведел. Да как лет вы чё, прикалываетесь? Лучше, блядь, анролить у Сани тапки. Тапки уже поздно, блядь. Да ладно. Бывает. Кому-то из наших идет. Да дело не в том, что кому-то пояс, ну, по факту пояс чмошный, он только для ДЗшника и все. Пояс говно, нужно с ИВК брать, можно плащ. Рольте запы. Вот эти запы норм, кстати. Говно. На сову нормально. Не, на успех, пацаны, я просто. Но я на сову забрал, да. Алина, Малина, кидай обмен. А, на каком боссе был Мин Кроу? Не, это не на этом, там на первом. Нормально. Нормально, там все. И рольте свитки. Три ролла киньте, дам по одному свитку, кто выролит. И первый топ места. 96, 96, 94. Вот этим кидайте. Мирус. А, ну у меня 45-е ботинки, чё я выпендриваюсь. Я думаю, у меня... Мирус, мурчание, и она, Алина Малина, кидайте обмен, по одному вам свитку закину. Давайте. Давай дальше, следующий. Андрюха, я, короче, ноги мутику отдаю, окей? Ну, спек идут ноги, ну, прям ноги охуенные. Или тебе прям тоже нужны? Не окей, но давай. Нет, так тебе нужны или нет? Ты ж выролил. Если нужны, то тебе дам. Да, нужны, блядь. Я пережу, типа, честно. Может дать ему. Друиды и так сильные, нахуй. Ага. В любом говне затмен. Так, и вот это... Андрюха просто галочку поставит и все. Запомнили, блядь. Вот это он анролл, ребята. Ты уже писал. Да, ну еще раз напишу.
Если кто-то хочет в гильдию, напишите, доберут вас. Я побежал на работу, удачи. Временные РТ 13.00. Ну, короче, в целом, РТ удачное, но начало я вообще уже ливнуть хотел после этих двух пулов. Это прям ужас меня выбесило. Хули бывает даже в топовых гильдиях. Не, в топовых гильдиях.